Если вы не любите мыть рыбные тарелки, это рецепт как раз для вас. Нежная скумбрия, запеченная в фольге, ни капли лишнего жира, приготовлена в собственном соку, ароматно. Гарнир внутри и посуды нет. Просто замечательно. Готовим с пользой и удовольствием. Конечно, можно таким образом приготовить любую рыбу, но жирная такая, как скумбрия, получается особенно хорошо. Можно нарезать рыбу на кусочки с костями и кожу оставить, но разделанная на филе. Рыба нежнее и есть ее намного удобнее. Рыбу разделайте на филе без кожи. На лист фольги выложите очень тонко нарезанный картофель, удобно работать шинковкой. Чуть посолите и поперчите. Сверху выложите тонкие ленты моркови и кабачка, нарезанные овощечисткой, на них шинкованный лук. Сверху зелень петрушки. На овощную подушку уложите кусочки скумбрии, посолите и поперчите. Добавьте еще немного лука и петрушки. Плотно заверните фольгу конвертиком и уложите в форму. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Отключите нагрев и оставьте рыбу еще на 10 минут. Подавайте рыбу прямо в фольге, выложив на доску. Вкусно и в горячем виде, и в холодном.